перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Джентльмены, я с удовольствием приглашаю к нам наших друзей, вице-президента World WFC Дениса Перча, под ваши аплодисменты! Добрый вечер всем. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за такой офигенный вечер, очень крутое шоу. Я лично получаю очень большое удовольствие. Лига WFC, Лига смешанных единоборств, разыгрывала здесь билеты на наш турнир, который состоится через неделю. Кроме того, мы пришли поддержать Александра Ермака через следующий бой. Он для нас пел не один раз на нашем турнире, он для нас написал гимн. Кроме того, вместе с нами пришел поддержать Александра Ермака серебряный призер Олимпийских игр Денис Беринчик. Поприветствуем вас в зале. Спасибо, Битва, за то, что вы придумали, за то, что вы делаете. Надеемся, что это действительно только первый сезон. Ну что ж, перейдем к розыгрышу. Сейчас девчонки выделят имена счастливчиков, кто получает пригласительные на наш турнир. Хвора Анастасия. Есть знак? Если нету, то мы сейчас еще раз увидим. Гора Анастасия. Или как? Или мы перезвоним? Перезвоним. Хорошо, есть телефон, мы перезвоним. Давайте тогда следующий. Антонюк Евгений. Ждем. Хочу напомнить, что 16 числа, следующего недели, в субботу, в Дворце спорта, в 18.00, пройдет 11-й турнир по смешанным единоборствам, который проводит WWFC. Будет очень много интересных боев, а также три боя за пояс со званием чемпиона мира. Женя, проходите к нам. Вы в каком углу? В красном или в синем? Я в синем. Блин, давай. Были на турнире уже? Не были? Ну вот, тогда ждем вас с радостью. Приходите, будем рады вас видеть. Что, всем спасибо. Надеемся, что дальше будет все проходить так же офигенно круто, как оно проходило. В следующем бою пусть победит сильнейший. До встречи. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, прямо сейчас красный угол ринга. Я приглашаю музыканта и рэпера Ярма! Так я ж тебе приглашается рэпер Никита Внук. Нормальная музыка. Покрасил. Рэпери в ринге, Романец Валерий. Я уже лику подменил.
Давай! Альмека, дай больше шума! Работ! У меня руки трусятся. Две-три атаки, две-три атаки. Работь! Работь! Вау, у меня рука трусится. Снимай, сука. Никита, не важно, Никита, не важно. Делай, Да.
блядь. Раз, два, Никита! Раз, два! Раз, два! Давай! Дай правый, блядь, Никита. Правый, отдай им, нормально, раз-два, все, раз-два только. Только раз-два. Левый рукой. Дай выключи. Очень напряженный бой. Давайте поддержим аплодисментами. Они это сделали. Главный бой вечера. Проект «Сибирь. Битва. Первый сезон». Победу одерживает единогласным мнением судейской коллегии Александр Ярмак!